«Живи, Беларусь! Слава герою Андрею Зельцеру!» И вот все чаще и чаще в прессе независимой появляется информация, что болельщики, фанаты хоккея все чаще устраивают бойкот хоккейной команде «Динамо Минск». Я очень рад, что спортсмены, любители хоккея и просто зрители начинают понимать, что хоккей – это не просто игра в Беларуси, это своего рода пропаганда того режима, который есть. В чем заключается эта пропаганда? А в том, что показывает, как будто у нас все хорошо, никаких проблем нету, так сказать, скрывайте все то, что скрывает режим Лукашенко. Он скрывает весь негатив, боясь его показать всему общественному, так сказать, видению. Я поддерживаю полностью фанатов, которые бойкотируют игры хоккейной команды «Динамо Минск» и присоединяюсь к ним.